Роль мужчины в воспитании детей обсуждают на втором съезде отцов республики. Делегаты из районов на трех дискуссионных площадках вносят свои предложения и обсуждают проблемы, которые будут внесены в резолюцию съезда. Подробности далее. Первый съезд отцов в Якутии проводился 10 лет назад, после чего во всех районах стали организовывать советы отцов. Сегодня в общественной организации «Лига отцов» объединены 269 советов. Понимая значимость второго съезда отцов Якутии во всех районах нашей республики, их 34, наступивший 2017 год, объявили выборочно о своих наслегах годом отца. Одна из остро обсуждаемых проблем – материальное обеспечение семьи. Зарплата мужчин, как главных добытчиков, сегодня очень разнится в зависимости от стажа, опыта работы и профессии. Мне очень понравилась тема «Учитель мужчина в школе». И очень вот третья дискуссионная площадка, и до сих пор этот вот вопрос обсуждается. Все мужчины говорят, что в школах очень мало мужчин. И поэтому вот эта проблема, она вот как я работник образования, вот для меня очень стало интересно. И все говорят о том, что надо повышать число учителей, педагогов именно из числа мужчин. Алексей Сидоров, делегат второго съезда отцов, создал семью в раннем возрасте. Посчитал, что ждать, пока появится стабильное материальное положение, долго. Двое его взрослых детей уже живут самостоятельно. Сегодня он один воспитывает приемную дочь. Здесь мы, скорее всего, будем говорить еще о создании родительской школы. Это все идет из школы приемных родителей. Потому что, когда я был раньше родителем, мы все воспитывали по образу и подобию, как обычно. Но пройдя школу приемных родителей, там немножко приемные дети, это маленько другое. И тут начинаешь понимать, то, что все-таки родительская школа нужна. И я с вот этими рекомендациями тоже выступал на круглом столе. Построить общежитие на первом этаже, чтобы жили одинокие папы, на втором этаже одинокие мамы, а на третьем этаже, чтобы жили семьи, которые, допустим, в результате, у которых нет жилья. Дискуссии прошли на трех разных площадках города. Мероприятие съезда продолжится до конца недели. Юлия Великодная, Владимир Таюрский, НВК Саха, Якутск.